Приветствую, друзья! Запомните, пожалуйста, скорую помощь. Когда вам плохо, у вас тревожность или паника, или дискомфорт вообще, в этот момент надо сделать следующее действие. Первое. Надо уши размять. Или первое. Сделать пальцы, узелки на память. Размять пальчики, все 10 пальцев. Потом. Второе или первое. То есть выбирайте то, что вам подходит на данный момент, что в голову приходит. Размять вот здесь вот. Да, вот так вот все размять. Шейно-воротниковую область. Размять там, где больно. Размять. Размять руку на руку, чтобы рука была свободная. Так, повторяю это несколько раз из ролика в ролик, чтобы вы запомнили. Потому что когда человеку плохо, он все забывает. Еще раз. Если вам плохо, берете все, что в голову придет. Узелки на память, ушки размять, размять воротниковую зону. Потом сделайте голову в плечи несколько раз, сжимая кулаки. Несколько раз сжимая кулаки. Вот так сделайте. Потряситесь как следует, полминутки. Потряситесь как следует. И думайте о хорошем. Вспомните, как вам было хорошо. И так вам и будет. Так вам и будет. Несколько раз в день делайте. И когда вам плохо, и когда неплохо, это же по минутке всего лишь. И ваше состояние выровняется. До встречи, друзья.